Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о препаратах-сорбентах, которые помогают при отравлении. Одним из доступных препаратов является активированный уголь. Но мало из нас кто знает дозировка, какая нужна при отравлении. Многие полагают, что одна таблетка на 10 грамм веса. На самом деле это не так. Взрослому человеку весом 70-80 килограмм необходимо 200-300 грамм угля. Причем в виде порошка. Это примерно составляет вот такой стакан. Я думаю, мало из нас кто захочет принять стакан активированного угля. Альтернативой является такой препарат, энтеросорбент. Называется он полисарб. Калиодиоксид. Является отличным сорбентом. Применяется он в виде суспензии при пищевом алкогольном отравлении. Немаловажно, что как только препарат попадает в желудок, в течение минуты он начинает работать, собирать все вредные вещества. Он поглощает аллергены, бактерии, токсины. Полисарб не всасывается в кишечник, полностью выводится из организма. Полисарб будет полезен людям, задействованным рабочим на вредных производствах, живущим в экологически неприятных районах. Дозировка для взрослого человека – это 3 грамма. Берем стакан, наливаем 150 грамм воды. Это примерно столовая ложка с горкой. Тщательно размешать и выпить. Препарат имеет крахмальный привкус. При сильном отравлении можно 2 ложки столовые. Еще небольшой секрет. Если вы не хотите, чтобы после застолья продолжительного у вас с утра болела голова, так называемое похмелье, рекомендую перед застольем стаканчик полисарба выпить, и с утра головная боль вас мучить не будет. Препарат не применяется с другими лекарственными средствами, так как он блокирует их действие. Всем удачи, всем здоровья!